Здорово. Что включается? Фантастика, фантастика. Боевик качай. Дед его в папке просто шляпает. Нихера. Неплохо, неплохо. Неплохо. Давай, давай лучше подпались. Ого, она уже маленькая. Ну-ка, покажи, что умеешь. В больницу. Типа рекламируйся немного. Че тебе? Стоит. Когда мы уже поднимемся на первое место? Давай.
Тоже статист. Неплохо, боевик тут неплохо. Еще в очередь. Стоп! Нормально, иди там вообще. У него нормально. Хотел бы 6. Сока и мало, 35, 36. Нужно уже сниматься. Ладно, уже почти допиарилась. Я только ее одну ждут. Около 32-го года. Сок тут еще. Будет себе потулиться. Физический коридор. Нормально. Следующий, ладно, чё, боевик. Можешь снять этот боевик с... Не тут. Давай. Давай, погнал. Я пришел. Унижает просто.
Скоро он будет зависим от еды, он будет бухать теперь ему давать. Хероник, хероник, тебя пинает, пинает. О, трехзвездочный. Отлично. А, так можно несколько? Уже по два пиарить, да? Или в очереди? Окей. Через 5 лет. Она уже вот 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 должна. Давай. Лучшие, лучшие. Ты уходи, качай дальше. Мотор! Сейчас я синтетиком буду. Давай. Ладно, дери его за задницу. Конечно, по сравнению с другими, он вообще очень... медленно качается. Давай. Прошу внимания, пора снимать проката один из наших фильмов. Его уже никто не хочет смотреть. Все парковки.
Где больше нет парковочек? Что за импланты, что они делают? Снято. Сняли. Последнее. В фантастическом коридоре. Нас уже не нужна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. Тут давай. Давай, посмотрим. Качество хорошее. Забор тут среднее. Сахар плохое, среднее, отлично, среднее. Да, 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 пси, да, ага. Все, она сейчас пойдет на пенсию. Ну иди. Боевик. Она главная роль. Я не знаю, это Андрюхи ни хрена не знаю. Все. Импланты. Андрюхи ни хера.
нужно три каскадера, между прочим. Черного будет играть. Нормально. Ну, похоже. Опыт. Нужен опыт в фильме, что ли? Два из двух. Ну ладно, что, боевик мы еще покачаем. Во. Статист играет, поэтому иди. Ну, короче, должны нанять каких-нибудь. Ну, короче, хочу снимать уже два фильма одновременно. Пора бы уже. Давайте. Нанять актера. Нет, давай, автоимидж. Сколько тебе лет? 21. Во, молодая еще. Старом уже скоро выйдет. Мотор. Может, я тебе мало бюджетный сделать без этих какой-нибудь что там. Ужас, боевик. Ну два еще боевик. Какое-нибудь место найти еще, где построить. Испанское. Тут, наверное. Не, здание. Трейлер. Во, идеально. Мячик.
мусорку рядом. Угу. Турнички. Так. Турнички. Вот ванну. Это уже девушка живет. Будет жить. Сейчас. Ей. Самые суровые тачки. Эксклюзив, мало у кого такие Мотор. Есть. Бери, снимай. Готово, снято. Иди пиарься. Класс, мне нравится. Вот ты что делаешь. Я ж, ну я что думал. Первое место. Так, ну что на боевик? Это будет самый бездарный фильм. Будет. Дамы и господа, прошу внимания. В скором времени состоится церемония награждения. О, ну, надеюсь, мы сохраним. Нормально, эти чуваки снимают, ну что ж. Мотор! Четыре сцены. Стоп! Готово, снято! Так. Ну, карта.
снято. О. Прикольно, кстати. Самый топовый трейлер. Так. Надо еще одну машину, чтобы было красиво. Стоп! Мотор! Снято! Стоп! Да. Готово, снято! Этот великий живет. Маленький трейлер. Реально крутой акцент. Давай-ка. Куда ему там надо? Где он снимается? Втором. Ладно. Пофиг. А, дверь закрыли. Да, должны оценить фильм. Во, нормально, что, блин, трейлер, реально. Как будто он уже должен быть. Хотя почему нет? Джера. Шом. Блин, тут поставим. Это нахер снесем. Трейлер роскошный. Потом.
снято. Ставим. Пускай комфортабельный или не, или ладно, пускай раскрутный. Стресс, иди рекламируйся. Там сниматься пойдешь. Мотор! Так. Так. Какие-нибудь растения посадить, а то он никак просто. О. Топ-фильмец. Ну-ка. Кстати, бас нахер его. Вот так-то лучше. Сквозь, давай. Давай, говняный фильм. Спидни отличный, хороший. Керачи. Отличный фильм. Никогда не годный решил, недостаточно по всему за таких несотрат на камбуре. Блин, этот фильм. Но я ничего не понимаю. О! Между прочим, сейчас уже будет вручение этой награды, а? Дамы и господа! Вау! Дамы и господа, моя... Сегодня состоится вручение кинопремии. Глава студии приглашается для участия в церемонии. Стоп!
Чё там трюк вообще там показал? Готово, снято. Ой, мы все не можем получить 4 звезды, это нереально. За этот год уже говорит. Уже не знаю. Нет. Ну, возможно. У нас же есть. У нас же какая-то была. И мы. Ну-ка. Не, защитились. Офигар новичок. Лучший каскадер. Лучшая кинотрюка одно только. А, интересно, кто же будет? Расскажите ко мне, расскажите. Да, это очень талантливый новичок. Премию получает. Номинанты премии лучший режиссер. Так, друзья. Как же это получил, мы же пошли. Лучший актер. Номинантами премии лучший актер стали. Вот имена талантливых актеров, кандидатов на премию «Самая плодовитая звезда». Популярная студия. За премию «Самая популярная студия» борются... Да. Вы можете пойти звездам, писал бы меньше, а не звезд. Вот такое. Вот воистину достойный победитель. Да. Самая многообещающая студия. Номинантами премии «Самая многообещающая студия» является... Сам мы... Прям на фильме изучаю лучше работодателя. Это такой стенок, конечно. Это самое престижное, качественное кино. Но здесь неплохо. Неплохо, неплохо. Номинанты премии «Самая плодовитая студия». Не. Самая престижная студия. Мы. Хорошие работодатели играют в кинопромышленности ничуть не менее важную роль, чем в других отраслях. В список студий, номинированных на премию «Лучший работодатель», вошли... Давай. Удачи мне. Пошли в задницу. Нет. Это да. Кто это? Бэмаджера? Шарлотта Уоррен. Лучше кинотрюк аниме. Когда бы ваши комнаты помните. Готовить комнаты. Ладно. Это Людвиг. Сбросили нас сразу же своей жопой. Давайте доснимайте это говно. Будем снять по два фильмеца просто. Дамы и господа, прошу внимания. Пора снимать с проката один из наших фильмов. Его уже никто не хочет смотреть. Историк.
Так, что там по фильму? Ужас, боевик. Пластика вообще нет. Ладно. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы получить эту премию. Лучшие кино. Кино. Трюки. Это что у нас будет? Фантастика. Допустим, это будет фантастика. И поставим его. А тут не будет никого нахер. Ну или... Ладно. Кто фантастики шарит? Пожалуйста. Вряд ли он доживет до этого говна. Он тоже. Шутпортик. Ну нормально. Две телочки. Естественно. Так. Телка. Телка. Два. Фантастика. Сейчас проверим. Сейчас мы сделаем просто такой фильм, что они охереют. Пожалуйста. Трюки. Самое сложное. Нету. Это ж фантастика. Трюки. Слив. Вот и все. Допустим. Просто такой фильм, потому что просто поехавшие эти
Разработчик просто непонятно, как сделать тут. Нормально. О, мне понравилось это платье, поэтому я возьму его. Нужно второе. Так, отлично. Задник. Вот будущего. Нужно. Так. Чистки фильмов. О. Отлично. Трюки. Низкие воздушки. Просто весь фильм из трюков. Через него. Да, было. А, типа он переместился. Смотри, я не вижу. Так. Вездолёт трюки. Так что он прям вообще жесткое. А, скорее нет больше.
Здесь три трюки. Фургон взрывается, да, допустим. Действует нормально. Так. Так. Да, нормально. Экран. Нету, а не нужно. Так, ну, давай еще трюки. Давайте на этом говне. Пошел новее. Еще одна автомобильная бомба, давай. Еще одна реакция на взрыв, и так закончится. Где? И она там была. Не, вот все равно. Отлично. Нам один сцен трюки. Стоп! Готово, снято. Готово, снято. А стоять. Поставить этих каскадеров. Каскадеров, пожалуйста. Пожалуйста. А теперь все готово. Потом давайте пропиарим. Отпиарится это. Ну ладно.
Без проблем, чё. Я хочу получить этот лучший кино трюка. Блин, нихера. Давай, доснимайся, мы тебя наймем, бушанец. Будешь звездой. Зачем мы будем снимать фантастику? Давай фантастику изучай. У него более-менее изучен. Так. Там еще будет она. Ее. Ну так, знаете. Так. Уже поднялись. Перекати поле. О. Так, тут уже нужно еще растениями засадить. Стоп! Нибудь странно выбирать. Готово, снято. Так. Чем дороже, чем типа лучше, да? Давайте вот. Охеренно. Ладно, я понял, машины, хочешь машины. Тут машины, да? Хочешь машины. Без проблем. Хоть какие-то. Хватит без крышных машин. Аж бесит. Все, все сняли, да? О, нихера себе. Неплохо там качество фильма, неплохое, неплохое, я вам скажу. Ха. Кислотный бас нахер. Так, перекати поле, отличное название. Угу. Тут, в принципе, нормально написано. Ого. Неплохо.
Неплохо. 2030 год уже. Неплохо, неплохо. Я не знаю, как это контракт выполнить, который... Hello, ladies. I'm the best. And I have got a lot of girlfriends. So I'm about to have sex. If you wanna be my next bitch, you should get in the line. Maybe then you stand in front of me. So when you gotta join the action, I've carried out you there for more. And if you're not gonna like it, then you can go and go. Чем так пофиг, что она выстрелит? Ну, нормально. Нормально. Проходно. Ну чё? На нахер. Кто режиссёр? Ну что? Давай. Так. Массовку. Актер. Неплохо, да? О. Татуировки сделать. Нам бы нас татуировано. Там помаду, там все. Отлично. Финансы, естественно, всем распределить побольше. Без проблем. И что там? Снимаем фильм, да? Это будет следующий. Стресс, нихера у него стресс. Зачем тебе стресс, чувак? Забей. Пошли снимать, но... Давай, таран. Вот там еще стресс. У нее. У нее стресс. Нет. Вот так. Он сейчас сниматься будет. Так, это что у нас фантастика, да? Нет, боевик. Давай.
вообще пофиг. Старайся, не старайся тут поссать вообще. Поссать. Пускай кушает. В 38-м. Дикий Запад, 12 Сегодня везде начали этот Дикий Запад, да? Нормально еще довезли. Еще более-менее. Просто жесть. Давай, обучайтесь пока там. Чтобы точно не облажаться. Все, погнал в кино. Как он на фильме играет? Лучше кинотрюки. О, сейчас же топ момент будет с невидимым автомобилем, давай. Мотор! Скам на трюки, давай. Я верю в тебя, давай. Это же тоже самый сложный трюк. Ну не получилось, что поделать. Следующий получится. Готово, снято. Ну вот отсос не получился, что поделать. Я похерился, давай-ка. Больницу. Как там состояние? Вообще херово. Ну ладно. Может прокачать. Понятно, почему мы не получаем. В принципе, бомбарджеры тоже в большинстве не получались. А тут популярный стал. А тут почему-то так не работает. Почему-то это так. Нереалистичность, между прочим. Это вообще сейчас убито будет. Полиция. Да, будет фильм очень долго делаться, потому что вот он уже восстанавливается тоже. Давай. Стоп!
Я вообще не знаю. Жопу сломал. Ребята? Вас идешь к... Тебя... Уйди к трейлеру, хорошо. Но ничего, не скоро будет. Опять держит скрытого. Охеренно, сука. Просто лучше, что может быть в жизни. Люблю, когда они закрывают. Обожаю. Пошла вон. Далековато немного, да? Ого! Я жоп. Тебе, блядь, есть? Нет. Нету денег? Вообще? А чё ты молчишь? Мама пошла, а ничего не сказала. У Тегора карточка есть. Ага, ну карточка. Ну и как ты уедешь? Никак. Ну. Молодец. Ну, мама ушла уже? Конечно. А чё? У меня там есть деньги на это, на металл. Я скажу, а что завтра мама сняла. Ну же, я тебе дам денег. Тебе дам, чтобы ты не снимал с карточки. Стоп! Хорошо. А это, а как там, произвольно по карточке можно покупать или нет? Да. Можно? Да. Серьезно, да? Да. Ну тогда произвольно по карточке. Ну хорошо. Это 27 рублей будет. Mm. Что хотите дать? 10 на поездку, да? Mm. 50. Да. Пока хватит, что с карточкой? Произвольно купишь по карточке. Угу. Могу этим дать. На того, дружок. А, у меня есть. А, тебе есть на металл? Да. Ну, я купил заранее. Это, лучше тебе в портфеле свои приготовь. Вот положи там, застегни, чтобы завтра не держать ничего. Чтобы завтра взял, закинул и пошел. Понял? Угу. Я не понял. Что за дерьмо? Давайте все сюда. Давай. С войной, да? Погнали. Мотор! Шанс, успех, шанс, успех, шанс, успех. Быстрее. Давайте. Это должно получиться. Это вроде еще не самое трудное или трудное. Это мотор снято.
Так ты ж приедешь в субботу, что ли, опять поедешь? Не, я не буду уезжать. Что? Я не буду уезжать. В смысле? У меня осталось на камере. Стоп! Ну там мама ваша приедет. Готово, так снято. Что нормально. Ладно, нормально. Ну, 20 даст, там сдачи у них есть всегда. Ну че, что карточка мама все равно может. Ну все, 20. Пока мама приедет, что карточка, по карточке там что это. Положи деньги в это и готовься, чтобы завтра уже скачать. Так, все нормально. Нам проверить запись все равно. На всякий, знаете, случай. Получилось трюк, это хорошо. Так, угу. Группы, знаете, легче. Типа вместе собрались, такие настроились, хоп. Погнали. Что там по состоянию? Нормально. Следующий трудность. Оп, оп, оп. В основном только используется этот. Они же просто будут стоять. Там что? Тики за 500. Покажи все свои навыки, давай. Давай, покажи, что ты умеешь. Давай, покажи. Лучшее он не умел, но ноль. Конечно, еще ни разу не сделал самые крутые. Ну давай, вау! Идеально получилось, идеально, идеально. Вау! Красавчик. Стоп. Стресс. У него тоже стресс или что? Стоп. Готово, снято. А, ему просто скоро на пенсию. Снято. Состояние нормальное. Забухай. Стресс. Состояние еще нормально. А, никто не... Чего? Опять какой-то бред. Давай, пока еще могёшь. Пока состояние еще все, окей, что-то все. Следующее, пятое, это... Не, еще, ну, оно не особо трудное. После этого точно тебе нужно будет в этот... Госпиталь. Давай. А он тоже должен сходить.
Все на пенсии уходят топовые, а? Готово, снято. Сколько получилось? Наполовину, да? Печально. Ладно. Печально, печально, ладно. Будем, короче, состояние ему вообще, чтобы оно никогда не ухудшалось нахер. Вообще жестко. Все, идем в больницу. Все, похер. Шестая сцена. Так. Так, зелененький. Да. По-моему, она. Или она. Или он. Ну похер. Боевик. А, может, он бухает он, да? Так медленно, давай. Шире шаг. Сейчас, подождите. Мотор! Пускай еще пусто получается. Стоп! Он будет лучше, лучше. У него нормально, ой, ему нужно полежать. Снято. Давай. Все. Отлично. Сюда пошел. Пошел быстро. На всякий случай. Давай, давай, сладкий. Ты сможешь. Мотор. Давай, давай. Ну, все ж в огне постоит, чел. Хорошо стоишь, мне нравится. Вау, чел, вау. Красавчик. Просто лучший. Готово, снято. Героическое прикрытие. Это либо он будет, либо она. Почему я не взял ее? Ее же трюк хрен. А потом ее используется, она скоро уйдет нахер. Что, у нее вообще только 5 трюков. Мы должны получить этот гребаный приз. Общее. Встреча. Мне все удавались, мне короче. Ничем не занят. Он. Мотор! Так, это все. Это если это получится, то ему все равно придется по-любому. У него стресс еще. У него тоже стресс. Снято. Иди на пенсию, не огорчай. Сколько? Все почти сделал. Молодцом, давай, держись, давай, давай, давай. Все, молодцом, давай. Оп, все, погнал. Сюда, нахер. Давай. Фантастика вообще будет.
Элис тоже переживает жестко. Ражу уже не хватает, у него вроде подсос даже есть какой-то. Все равно, смотрите-ка. Опа! Погнал. Мотор! Давай! Идеально! Идеально! Молодцы! Стоп! Стоп! Готово, снято! Это тоже получился. Восьмой. Фу, сука. Восьмой-то жесткий. Почему, например, если вот режиссер идет, никто не может другой сесть за режиссуру. Все равно что там. Сука, этот. Он здесь не под стрессом. Машина. Все, живите там, общайтесь. Нормально. Покушай тоже. Всех стресс. Его. Нужно еще в эту больничку, потому что там вообще жесткий трюк. У него что там по состоянию нормально. У нее отстой. Пока он там живет, иди в больницу. Ты пока прокачайся. 8 уже снято, ты не сможешь. Ты не можешь нас бросить. Чел, ты не можешь. Давай, до 80 лет как-нибудь. А до 74 он еще может на изи продержаться, чувак. Ты главное жди, ты главное терпи, чувак, все будет хорошо. Только что мы выбрались. Да нормально, чё. Это тебя ждет очень сложный трюк, чувак. Если ты можешь, я буду очень доволен. Все. Стресс, чё там по стрессу? Ну. В любом случае, ты еще в больничку должен сходить будешь. Стресс. Я не вижу. Нормально. Ладно. Ты все равно нигде не снимаешься. Так что. Похер. Он жрет. Все окей. Все, вали. Жди уже тут. Это будет ответственно. Потому что это реально. Пускай обучается там. О! Нормально ее не избили даже. Так, ну теперь легенькую после этого то, что считаешь. Вообще. Стоп. Стоп. Восьмая. О, давай. Ну-ка. Фу, сука, давай. Давай.
Состояние 100, давай! Я в тебя верю, мазафака, давай! Настроение звезд, фух! Чего у тебя настроение, когда тебя взрывать будут, чувак? Давай. Девятый. Готово, должен. Снято. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, уже больше не сделанных трюков, чем сделано. Что-то еще. Жесть. Еще один не сделавшийся трюк. Что-то вообще за херово какой-то немного. Давай в больницу. Что-то херово какой-то. Стоп. Снято. Все, фильм сделает отлично. Давай. Ем не занимается, да. В больнице лежит. Ох. Пацаны, простите, что я чем не занимаюсь. Я его даже чуть-чуть пропиарил. Он очень-очень плохой, очень плохой вышел. Жесть. Слухом бас, надо рисовать слухом баса. Не, ладно. Удалю нахер. Этого никогда не будет знать. Классику. Хотел просто. Сравненный. Рассел. Дестрой. Ну, это такое. Где? Узнаете. Средняя. О, так все по среднячку. О, мой интерес публики это костюм просто поражает. Красная. Это сколько было в срата бабок всего?
О, под музычку. Старик уже. Жизнь повидавшая. Идеальный же фильм. Тоже на пенсии. Во. Может рекламой заниматься. Все, пошел. Он повышел на пенсию. Пошел ты сам. Историк сам. Давай. Потом ветер туби в сраку. Она уже чуть-чуть подзвездилась, да? Снялась в первом фильме. Все. Сразу. Комедия. Выйдите комедию прокачать хоть чуть-чуть. Что мне так позорно было, знаете. Так, стресс у него. Нужен актер еще один. Комедии никто нахер не имеет. Ну, значит, можно нанимать любого, да? Из конкурирующих студий уже никто не убегает. Печально, печально. Что могу сказать? Скатываемся мы. Девятая сцена. Прошу внимания, требуется режиссер. Ну что, чел? Так. Задник. Ну? Вау! Красавчик! Он смог сделать сам. Это самое сложное же было, да? Я горжусь тобой. Я горжусь тобой, чел. Потом там... О! Тут уже не нужно. Фух. Чувак, ну я все. Я горжусь тобой, чувак. Я горжусь. О! Вот! Нам нужен ты был. Нам был нужен, понимаешь? Черный еще один. Sims Mario. Так, чувак, трейлер. Вот тут нет. Вот комедия наш. Готов рвать. Зарплата. Давай. Давай. Угу. Вот так. Главную роль сразу же. Ты сюда. А что у него там? Пофиг. А ты чё? Так,
Все, они бегут. Так, сначала... Не нужен ли кто? Вообще нужен. А, это... Ну-ка. Давай, сделай как надо. Красавчик. О, начали использовать. Кто снят? Все, красавчик. Дальше она вроде идет, да? Там вроде не особо, он вроде не особо сложен, но достаточно. Достаточно. Сейчас. Куда он? В ванную комнату, а. Срать хочет сильно. Что там? Красавчик. Иди потренируйся. А, да. Ничем не занято. Как ты посмел? Как ты посмел? Ну давай. Давай. Последняя сцена. И он на пенсию нахер. 71 год. Нужен режиссер. Это реально топ тоже. Достаточно топовый. Стоп! Чел. Снято. Готово, снято. Готово, снято. Все. Все, чувак, можешь ходить на пенсию. Ты заслужил. Когда он уходит? В марте. Жесть. Ну чё там? Трюк он вообще теперь нормально так. А типа это говняная музыка. Так, ну я думаю это будет вообще. Давай. Что тут? Мотор! Ну это ж уровень, давай.
Средний по полу. Хоро... Средний. Отличное. Трюки. Среднее. Плохое. Фильм такой себе, но трюки. Удачный. Отлично, отлично. Оп, оп, оп. 3 месяца, 44, бомажера, оп, оп, оп. Бомажера не оставил финансово. Жизнь развита за счет нестатной активной рекламной кампании. С местом звездный. Во! Во! Осталось только одно! Текущая вообще трудность трюка в кино 25. Если наград слушать дело. Саймон Картер. Самый популярный новичок. И Волданты один. Война Боба. Миллион. Зарплата. Может, какой-нибудь режиссер придет? Сёмочная группа. Бочком. А это антураж будет чей-нибудь. Так. У кого с антуражем плохо? Стоп! Снято. Во. Наверное, Макалатли. Просто их бежали, хоп. Готово на работу. О! Давайте сделаем так. Можно, можешь его нанять?
Короче, возьму какого-нибудь строителя, который долго тут работает уже. Стоп! Джонатан, Мэтт. Челси Кромби. О, Артур Волк. Челси Кромби, они походу там Либерти Силк. Хелен Боббит. Нил Грейвит. Крис Кивенки. По имени просто Майк Сарч. Майк Сарч. Рафал Каланчик. Джонатан Брукс. Давайте Джонатан Брукс. А? Еще раз Уорд. А потом нанять. В 69-м году? Ладно, ладно, я понял. Нельзя, нельзя идти. Я понял. Я лучше найму какого-нибудь... Вот этого... режиссером, потому что... Потому что... О. Так. Так, еще один этот. Все, сколько ему лет? 27, нормально. Давай фантастику качать. Тоже качай. Тоже давай фантастику покачай. Где тут? Ну, вот тут. 5 у него неудач. Еще много у него неудач. Много. Вот тихо. Это реклама, извините пока. Что у нас буш, типа... Типа я делаю с тебя там звезду. Может, ты, конечно, не заметил. Такое вполне возможно. А где... Мотор! Нет. Где реклама? Я уже забыл, где она. О! Что мне нравится, антураж, да? Можно, в принципе, антураж запихнуть себе. Качай. Выходи. Положи. Напись.
Да, вот так не бывает. Ну, быстро качается, то он чувствует. Реально. Ого, у него фантастика стала тоже огроменно. Репетиция. Ага, я понял. Пошли нахер. Дамы и господа, прошу внимания. Сегодня состоится вручение премии. Глава студии приглашается для участия в церемонии. А это потом. 8-й, но все же. Давай. Тут. Дамы и господа, добро пожаловать на церемонию. Это не мы. Возможно, мы. Да, кто это? Софи Гуд от ее 5. Сам пленный новичок, возможно, у нас опять этот Лора Уилфред. Номинанты премии Так, все просто будет сейчас получать, все равно не у нас. Сам плейлист нет. Самый популярный судья нет. Самый многочастный судья нет. Саик нет. Нет. Да. Нет. Нет. Да. Да. Лучшая кинотрюка. Я сделаю там нафиг. Только я сделал это нафиг. Да, Марзера, это все нормально будет. Это опустошенный мультфильмный город. Вот после неизвестного опустошения, сколько будет вроде войны, апокалипсис или инопланетного вторжения. А это все. Бонус эксирован. Первое. Поздравляю, вы закончили. Что? Достижение трюка. Сделал по сути бесспорный лидер, а на работе. Он в МВМ работе трюк естественно. Титула героя трюка, это что такое? Ладно. Все, мы выполнили все, только тут нужно. Это жесть. Все. Ну нахер, всем пока, с вами был Игорука, это просто жесть.